уровень шума от обычной оригинальной эпловской зарядки. Новая зарядка, вот такая замечательная, красивая, порядка там 20 ватт заявлена, настоящая, оригинальная. Ну, вот, собственно, смотрите, что произойдет. Ставим зарядку в розетку. И вот такой у нас скачок по уровню шума. И дальше больше децибел. Вот выключаем. Тридцать децибел разница. Вот такие вот замечательные шумячие зарядки. Поэтому не сильно удивляйтесь уровню электромагнитного шума.